11 мая, РИА Новости. На 69-м году жизни скончалась актриса Мария Шверубович, сообщается на странице музея МХАТ в Facebook. Сотрудники музея МХАТ вспоминают о ней с необыкновенной теплотой и благодарностью. «Мы скорбим вместе с близкими Марии Вадимовны Шверубович», говорится в публикации. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище, написала в Facebook ее дочь Ольга Любимова. Мария Шверубович окончила школу-студию МХАТ. Работала в театре «Современник» и на радио. Играла в спектаклях с любимыми «Не расставайтесь», «Валентин и Валентина», «Белоснежка и семь гномов», «12-я ночь» и других постановках.